лучше я оттуда с этим. Алло, ма, привет, добрый вечер. Все, я уже в Днепре, так что спокойно, жив-здоров. Да, 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 все, тут рядом стоят. Ма, давай, больше долго разговаривать не могу, потом попозже. Давай. Что они вас чекают? Вообще-то не, я не надеялся на это. Я верил, но я на это не надеялся. И великий им спасибо. Это жінка моя. Мама моя рідна. Не вірив, що я тебе говорю. В армію ще не забрали. Попробуй тільки піти. Без мене. Ви поранені? Та є малюка. Це чепуха. Чепуха? Ми переможемо? Звісно. Хорошо. У нас виходить 51-го Волині, правильно? Скільки чоловік? Раз, два, три, чотири. Де, хто? П'ять. У вас виходить, тобто, нікого немає зараз, ні три. Рядом была. Сейчас бывает то, что я не знаю, что с ним подразделять. Вот так разбросало, не знаю, что сказать. Вот это очень сильно беспокоит. Какого числа потеряли связь? Как это все произошло? 28-го, как на Старобежье попали. У нас вели просто. Конкретно вели под обстрелом.